Руководство департамента полиции Северо-Казахстанской области поздравило административных государственных служащих и технический персонал ведомства с наступающим Новым годом. 15 специалистов поощрены начальником департамента полиции Северо-Казахстанской области Айдыном Кабдулдиновым благодарственными письмами. Подробности далее. Департамент полиции – один из самых крупных правоохранительных ведомств региона. Круглосуточно, без выходных и праздников, полицейские борются с криминалом, охраняют общественный порядок и выполняют служебные задачи на благо народа и государства. Пока оперативники, следователи и сотрудники других служб находятся на передовой, груз ответственности за качество выполнения хозяйственных и многих других вопросов лежит на опытных специалистах подразделений тылового, финансового и документационного обеспечения. Всех их в канун праздника тепло поздравили руководство и личный состав областной полиции. В каждом из перечисленных мною достижений есть большая заслуга каждого из вас. Технический персонал, дворники, водители, механики, редакторы по переводу, младшие и средние медработники являются неотъемлемой частью нашего департамента. От чистого сердца благодарю вас за продуктивный год, за активную, совместную и достойные результаты. В качестве подарка программа ярких музыкальных номеров, исполненных духовым оркестром и сотрудниками культурного центра департамента полиции. В завершение специалисты поблагодарили организаторов за внимание и высокую оценку их труда. Встретить год дракона достойно и красиво. С Новым годом! С новым счастьем! Все праздничные дни офицеры и сержанты полиции традиционно проведут на усиленном варианте несения службы, обеспечивая спокойные и благополучные выходные для земляков и гостей региона. Камиля Хамидуллина при содействии пресс-службы департамента полиции.